Сегодня я решил рассмотреть еще одну систему по воде. Называется Kulin HT Freshwater System. Заходим со стороны главного двигателя. Вот эти две трубы. Это вход. Вход около 74 градуса. На прошлом пароходе были проблемы. Сейчас я покажу немножко. Вот это приехал я к индусам и наблюдаю такую картину в первый день. Чисто чайник такой. Постоянно все это испаряется, бежит и течет вниз. Потому что всегда приходишь на пароход, забудешь, что учили там в огне. Вот жизнь такая. Это если еще нормальные люди попадутся. А если там, да тебя же учили, да ты должен, да я в твои года, да я. Сегодня у нас на ужин йогурт мистер Кроули. Это ж самое то, что надо. Ну и яблоко почищенное, которое оказалось тоже гниет. Ну раздевайся. 84%, ты что? Не знаю, что-то не в настроении. Ну а раньше ты всегда была в настроении, все нормально. Роб. Приятного аппетита. В этой книжке там твоей не написано, что детей надо по любви делать. Знаешь, вот это иностранные мужья. Сама. Итальянец. Или кальмарики журчать. Так будет с утра до вечера. Так, погода не ухудшается и не улучшается. Все стоит на месте. Сегодня я решил рассмотреть еще одну систему по воде. Называется Kulin HT Freshwater System. Да, Managing High Temperature Kulin Water System. Так система называется. Для этого мы открываем снова Piping Diagram of Engine Room. Смотрим. Вот Kulin Water System. Так, мы рассматривали уже Seawater Kulin
LT, Freshwater, оно посложнее, Generator LTHT, вот, рассмотрим сегодня Managing High Temperature Freshwater. Когда судно идет, какие жидкости у нас присутствуют? Забортная вода, которую мы охлаждаем, пресную воду. А пресной водой охлаждаем механизмы, в том числе и масло, и воздух, и все там, кондиционеры, компрессора и так далее. Но пресная вода делится на HT, High Temperature, и LT. LT посложнее система, это мы попозже рассмотрим, вот, побольше. Так, переходим к HT. HT это конкретно на главный двигатель. Она охлаждает exhaust valves, клапана и cylinder liner, втулки. Вот, начинаем снова сначала. Ну, возьмем за основу насос. Насос. И вот expansion tank. Это есть жидкость, вода. Но expansion tank тут совмещенная система. LT, HT, low temperature, high, низкотемпературная, высокотемпературная. Вместе совмещеночка. Если уровень падает, мы пополняем. Вот, открываем клапан и идет LT Cooling Freshwater System. Значит, возвращаемся снова к нашей системе. Вот два насоса, как всегда. Один работает, второй стоит в режиме ожидания, стендбай. Managing Cooling Freshwater Pumps. 155 кубов в час. И вот пошли стрелочки. Всасывание, нагнетание. Это идет Managing Jacket Water Preheater. На случай, когда главный стоит, надо же его поддерживать температуру. Уставочку ставим, пар открываем, 80 градусов в главном двигателе. На ходу, значит, естественно, пар закрываем, пошла вода циркулировать. Вот вход в главный двигатель. Ну, я не помню, там на входе 69-70 градусов, на выходе 83-82. В общем, вода свое дело сделала, охладила, выходит обратно. Идет. Ну, если вот фреш-водер генератор работает, то, что я говорил, 22 тонны варит наш чайник, испаритель. Вот мы этот байпасик наполовину прикрываем, вода пошла сюда, сделала свое дело, вышла отсюда, вернулась обратно. Тут, если какие-то пузыри, bubbles в системе появились, вот the aeration vessel, они здесь идут обратно в expansion tank, чтобы не завоздушивать эти насосы. И вот так все по кругу происходит. Есть такой трехходовой клапан, который настраивается вот ипсом. Настроили там на 82 градуса. И получается, вот эта система с HT идет в LT. И если, допустим, температура сильно, наша вода нагрелась, клапан открывается, из LT, ну, в LT температура где-то 30 градусов, а здесь у нас 75 средняя. Добавляем, разбавляем эту воду, все, температура понижается. И так наоборот, в общем, в зависимости от этого регулируется. Еще есть вот oil detector, на случай, если масло в системе появляется, выходит аларм. Осталось только в жизни посмотреть, вечером пойду покажу. Решил я взять свою основную камеру, в нее лучше видно и лучше слышно. Среди предыдущий ролик, вот expansion tank, расширительный танк, Cooling Freshwater Expansion Tank, он для LTHT, 1 куб. Это уровень воды, здесь поплавок находится, как в унитазе, можно проверить low level. Это клапан, написано make up, на английском переводится grim, ну и пополнение то же самое. Если воду слили, открывай, чтобы быстрее пополнилась вода. Можно на схеме посмотреть. Expansion tank находится наверху, на уровне котлов, еле-еле светит фонарик. Вот два насоса, вот freshwater generator и главный двигатель, объект, который охлаждается, втулка, cylinder head, экзост, выпускной клапан. Все они здесь. Спускаемся вниз, я вам сейчас все покажу. Вот наши два насоса. Работает номер два. Поехали. Всегда начинаем всасывание. Всасывание идет отсюда.
Это деаэратор, который забирает воздух. Эта труба идет обратно в expansion tank. Вот этот клапан, который я показывал, который регулирует температуру воды. Пипкон. Если что, это выход out в LT-систему. Если что, он перепускает из LT, HT. Постоянно они перепускают друг друга, поддерживают температуру на определенном уровне. LT – низкотемпературная и high temperature. Можно посмотреть по номерам. Клапан открыт. Если что, разбавляем LT, деаэратор. Это всасывание, discharge, нагнетание. Discharge идет вниз. Спускаемся вниз. Вот она, наша труба. Смотрим. Вот она пошла. Не забываем, где она. Идем по ней. Пошла сюда. Вот вход. Стрелочка. Главный двигатель. In, out. И выход из главного двигателя. Идем к главному двигателю. Потом пойдем на испаритель. Заходим со стороны главного двигателя. Вот эти две трубы. Это вход. Вход около 74 градуса. Вот вход. Подходит каждый цилиндр. Подходит к втулке на все цилиндры. Это уже выход. Выход обратно так циркулирует по кругу. Сейчас покажем, что он охлаждает. Подходит во втулку. Охлаждает втулку. Вот показываю, где стоит резинка внизу, о-ринг сверху. Вот отверстие. Охлаждает именно в этом месте, где наибольшая температура. Здесь происходит комбашн, сгорание. Выходит обратно через water connection или лягушки. Заходит в цилиндр хед, головку цилиндра. Охлаждает ее. Вот она стоит на примере, покажу чуть попозже. Экзост, выхлопной клапан. Заходит в цилиндр хед. Потом следующий на очередь экзост, выхлопной клапан. Потом с экзост выходит одна труба. Вот выход соединяется. И вторая труба, где залазим на главный двигатель. Что я уже вспотел. Филипки тут все покрасили. Смотрим. Одной рукой неудобно. Вот экзост вел, выхлопной клапан. Вот выход воды. Пошло в одну трубу. Вот выход из цилиндр хед. Три объекта охлаждают. Цилиндр лайнер, цилиндр хед и экзост вел. Идем на них, смотрим. Подходим к втулке. Вот это место для O-ring. Это кольца резиновые, отверстие для охлаждения, выход. Вода заходит сюда, охлаждает втулку. Потом по вот этим лягушкам, water connection, заходит и охлаждает цилиндр хед. Можно снимать water cooling jacket. На прошлом пароходе были проблемы. Сейчас я покажу немножко. Вот это приехал я к индусам. И наблюдаю такую картину в первый день. Чисто чайник такой. Постоянно все это испаряется, бежит и течет вниз. А внизу стоял бассейн, чуть попозже будет. Это все продолжалось в течение 3 месяцев. Я там боролся, пока не заказал все эти резинки. Вот такой вид сблизи. Там уже так приржавело. И water cooling jacket. Потом в Лас-Пальмасе 48 часов. Бедные индусы все это дело меняли. Все уже ржавое, там невозможно оторвать. И сразу же на второй день я написал такой рапорт. Можете там остановить, насколько там прочитать. Вот water connection. Это leakage, протечки. Все бежало вниз. И внизу такая картина. Стоит две бочки. Такое корыто сваренное. И все этим чих-пых. Building pump откатывался, expansion tank. Возвращаемся обратно. Охлаждается. Если мы вставляем клапан сюда, эти отверстия соединяют, охлаждают вокруг седла. И выходит вода. Вот два отверстия, это выход.
выходит туда, а вот и сам выход из Cylinder Head. Вот здесь фланец подсоединяется на 4 болта. Еще раз, вот здесь ложается втулок из Cylinder Head, Exhaust Well, выхлопной клапан. Подходим, вот Water Connection лягушка. Здесь плохо видно, подойдем к двум другим клапанам. Смотрим снизу, вот заходит вода, вход воды, инлет и аутлет, это выход. Охлаждается корпус выхлопного клапана, вон выходят трубы и идут обратно на выход. Вот. Попутно наша вода делает доброе дело, варит нам 22-25 тонн пресной воды, дистиллат из чистой океанской воды. Fresh Water Generator, вот эта труба, вот байпас. Чем больше байпас мы прикрываем, тем больше воды идет в испаритель фрешвотера генератора. Вот внизу испаритель, вверху конденсатор, вода кипит в вакууме и сверху конденсируется. Вот выход воды, out, выходит. Разница на входе и выходе где-то 12 градусов. И уходит вниз и обратно подходит на насос, так все по кругу. Вот голова управления этим клапаном, IPCON. Подходим сюда, видим настроечки 83 градуса. Уставка 83 градуса. Управляется воздухом также. Как же я там показывал, пружина дает вниз, закрывает клапан, воздух поднимает вверх. Open-close, открыто-закрыто, перепускает LTHT. Чуть не забыл последнее, вот хитер, подогреватель. Если главный двигатель не работает, стоим на стоянке, главного двигателя нужно поддерживать температуру около 80 градусов Цельсия. Открываем вход-выход воды, это пар. Пар подходит в подогреватель, вода циркулирует и греется главный двигатель. На этом все. Это я прошелся так немного и уже, видите, как вспотел. Очень большая влажность, 42 градуса. А нет, сейчас 40 упало, все равно жарко. Ну, зацените сейчас супер вью обзор, я думаю, может вообще весь мерча охватывает. А к чему я говорю? Сейчас мой сын поехал там неделю на пароходе, 22 года, весь в шоке, бегает. Я как бы делаю этот фильм для таких же, как мой сын тоже. Может, какая-то помощь будет. Вот смотрите, на каждом пароходе есть пайпинг диаграмм. Вот то, что я показывал. Вот он. Изучайте, вот все схемы. Хотите так же, как я. Будет вам счастье. Вот еще sounding tables. Тоже мерить в зависимости от трима. Поближе. Трим — это дифферент. Все, потом еще рассмотрим LT-систему. Что я рассматривал? Масло, топливо, HT, вода. Еще паровую тоже так немного задействовал. Что на ум придет, буду в таком же ключе рассматривать. Я надеюсь, вам понравилось. Что-то полезное почерпнет. Потому что всегда приходишь на пароход, забудешь, что вы учили там в огне. Вот жизнь такая. Это если еще нормальные люди попадутся. А если там, да тебя же учили, да ты должен, да я в твои года, да я. А все такие никакие. И вот когда ты осознаешь, что надо там взять, потому что ты один раз у кого-то спросил, тебя послали, тебе стало страшно, ты боишься спрашивать. А так, когда ты знаешь, где искать, ты все-таки независим. Ты пошел, как я прошелся. И все, ну, потому что мне задали такой темп, я начал с самого начала думать, а потом уже навешалось там. Где-то взяли, где-то убыло, прибыло. В общем, закон сохранения энергии. Все что-то крутится, вода испарилась, добавили там, если убывает, то значит где-то прибывает. Что по-разному бывает. Бывает, теряли эту воду, как у индусов, она уходила вообще в паровую систему, в конденсат. Бывает, открываешь expansion tank, но это везде, там, где просунки воды охлаждаются. Там топливо, значит, просунка бежит. Или там вода уходит в главный двигатель, или масло появляется. Случаев миллион. Так что изучайте по такой методике.
Crude Oil Washing, КАУ. Написано. Crude Oil Washing Line. Вот клапан и моечная машинка. Здесь поближе к баку поймаем пару волн. Только что, кстати, две таких пролетали нормальные. Конечно, и ветер тут хороший. Вот только дошел, волны прекратились. Сейчас должно прилететь. О, хорошо. Аж слышно. Туда ходить не рекомендуется. О, хорошо вылетело. Ну, вышел уже, давайте пройдемся по грузовой магистрали под трупами. Уже по-пластунски надо лазить. Основные грузовые линии. Тут можно приподняться. Надо просачиваться между трубами. Ну и так идти 200 метров, считай. Это волны. Ладно, надо вылазить. Правая линия. После соли морской надо мыть в пресной воде. Так просто. Потом протереть, и все будет нормально. Пока шел, две таких волны прилетело хороших. Пока стоял там, ждал, ну такое что-то было, еле-еле. Ну, тоже кое-что поймал.